18 мая рядом с Краеведческим музеем состоялось необычное представление. В самом названии слышалось нечто таинственное. Международное событие «Ночь музеев с лунями» позволило многочисленным зрителям на несколько часов окунуться в мир прекрасного, увидеть обычное в необычном ракурсе. Вкратце о программе. Основные события первой части ночи развернулись на площадке у входа в музей, где зажигали юные и не очень слоненские звезды. Рядом с площадкой можно было купить изделия народных ремесел. Новинкой мероприятия стала организация торговой палатки, где можно было перекусить и полакомиться мороженым. Были желающие попозировать для художника и получить свой портрет. А в музее была организована выставка «Одной ночи», на которой каждый мог увидеть эксклюзивные барельефы известного белорусского скульптора и нашего земляка Ивана Миско. Значит так, чтобы пройти в мое логово, треба загадку. Вот, слушайте внимательно, Ту ночью сидит, сторожит мышей. Сова. Кот, верно, кот. О, какие вы разумные. Ну, проходите. Угощаемся. Но все-таки основная масса гостей была поглощена происходящим на импровизированной площадке, ведь там было на что посмотреть. Oh,
Thank you.
продолжился в выставочном зале Краеведческого музея. Здесь проходила презентация творческого проекта Владимира Янушевича «Свадьба мечты». Необычную выставку открыли перерезанием ленточки, а далее началось настоящее шоу. Это не первая выставка, которая проводится в стенах нашего музея Владимиром, но хочется отметить, что каждая его выставка, каждый его проект – это что-то новое и удивительное. И в данном случае это не исключение. Это человек, который безмерно любит свое дело и постоянно умеет удивлять. Я, певно, открою тайну, коли скажу, что презентация этой выставы будет иншая, чем прошлые. Это будет настоящее шоу, настоящее представление, але это все на береге. Вот это еще раз говорить про то, что у Володи творчая натура. Але творчесть была бы немагчима, коли бы не было поддержки у семьи. Поэтому сегодня хочу сказать великое дяку не только Владимиру, а его жонце Ирине, детям за поддержку, за допомогу. Вот сегодняшняя выстава – это ваша совместная справа. Автор выставки действительно творчески подошел к делу. Гостям презентовали не только свадебные работы фотографа, но и все, что касается свадьбы. Конечно же, начали с главного – с платья. Белое платье. Началось только показом платьев и других свадебных атрибутов. Мастер-декоратор показал, как из подручных средств можно сделать оригинальное приглашение на свадьбу. Уважаемые гости, я хочу еще обратить ваше внимание на свадебные букеты Галины от свадьбы Изюминкой. Очень много умеют делать руками, изготавливают цветы из всего, что угодно. Из съедобных продуктов, из мастики, из глины. Декорирую любые подарки, предметы, букеты из конфет делаю, оформляю свадьбы какими-нибудь аксессуарами ручной работы. Очень много умею делать. Где вы этому научились и сложно ли было научиться так делать? Училась сама. Просто у меня было желание, я это училась. Сейчас очень легко научиться, потому что есть интернет. Вот. Главное желание и терпение. Можете рассказать о тенденциях в свадебной моде? Ну, на данный момент, если брать цвета, то сейчас модные цвета – это цвет мяты и цвет коралла. Вот у нас коралл, кстати, представлен. Коралл с ванилью. Это самые модные цвета этого сезона, тренды, так можно сказать. Ну, тенденция больше европейская идет мода. То есть, не стесняйтесь. Нам хочется, чтобы этот вечер поменьше, наверное, какой-то яркости, поменьше гардеробок. Ну, больше европейский стиль. Знать модные тенденции в свадебной моде хорошо, но о исконно белорусских традициях проведения свадеб забывать не стоит. Thank you.
В мероприятии принял участие профессиональный гончар. Как выяснилось позже, он здесь оказался совсем не случайно. Расскажите о том, где вы научились так делать. Гончарному искусству я научился сам. Захотелось просто возродить древнее ремесло. И занялся я вот именно чернодымленой керамикой, которая была традиционная для нашего региона, в Гродненщине, вот, прилегающей к Беловежской пуще. Делали чернодымленую керамику в Порозове, в Ружанах, Кружанах. Можно и наш район практически отнести. Я сам из Зеленского района. И работая когда-то директором дома ремесел, увлекся этим искусством, начал общаться с гончарами, познакомился со многими людьми и постепенно научился этому делу. Обжигаем мы глину свою древним способом, горне древесном, не применяя муфельных электрических печей, все по старинной технологии. Изделия, когда ты уже умеешь, изготовить несложно. Конечно, чем больше изделия, тем труднее его высушить. Глина, она не терпит какой-то быстроты и поспешности. Если маленькую свистульку или вот такую вазочку, как лепят маленькие дети, можно обсушить и обжечь. Ну, за дня 3-4 на горшок побольше. И, допустим, какая-то ваза, требуя сушки в течение месяца, а то и двух. То есть все это постепенный процесс. Обжиг тоже занимает длительное время. Длится практически сутки. В наше время такое экстремальное, когда людям нравится получать адреналин. Вот гончарство позволяет этот адреналин получать. Во-первых, никогда не знаешь, как это сделать себе в огне. Ведь и вода, и земля, и огонь – это три главные наши стихии. Они все объединены в этом изделии. В конце белорусского свадебного обряда молодожены, чтобы добавить эксклюзива, часто обращались к гончару. С его помощью они собственными руками лепили горшочек любви. Проект «Свадьба мечты» состоялся в нашем городе впервые, однако организаторы заявляют, что уже в недалеком будущем подобное мероприятие пройдет вновь, но с большим размахом. Ночь музея на этом не закончилась. Параллельно основным событиям праздника проходили выставки известного слоемского фотографа Виталия Гиля, ныне работающего в СБ «Беларусь сегодня», а также Андрея Сидорова, молодого и перспективного местного художника. Еще одну выставку представило китайское посольство. На ней сельчане могли ознакомиться с культурой этой интересной страны. Возвращаясь на импровизированную концертную площадку возле Краеведческого музея, отметим, что там вплоть до 9 часов вечера гремел концерт молодых слоемских рокеров. На такой громкой ноте и закончилось это шоу.